Первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» проинспектировала качество ямочного ремонта в городе Одинцово. Проверка прошла у дома 165 по Можайскому шоссе и дома 12 по улице Чикина. Как отметила депутат от «Единой России», работу ведет Одинцовская ДРСУ по графику, в срок и качественно. В графике ремонта учтены и обращения жителей через портал «Добродел», и обращения, полученные депутатами Одинцовского совета в ходе личных приемов жителей. Всего в 2022 году в Одинцовском округе планируется отремонтировать 69 километров дорог.